Меня зовут Джамшид, я ученик курса Frontend. Я сейчас на 6-м месяце. Я до этого еще учился несколько месяцев, и мне было интересно. Но в интернете все-таки мало информации было, поэтому я решил сюда поступить и закрепить все. Из-за того, что я уже имел некую базу, мне было легко. Вообще, до выбора фронтенда я учил Python, но то есть я изучал бэкэнд, именно фреймворк Django. Но я там не очень понимал и решил перейти на фронтенд. Мне стало интересно, вот, так и перешел. Довольно веселая компания, учитель хороший, много чего объясняет. Иногда даже проводит дополнительные уроки вообще по Zoom. Ну, для меня не очень сложно, но бывает некоторые моменты, там, где голову придется ломать. Да, на самом деле много сайтов. Сейчас мы делаем проект, у нас практика. Там уже много функций, например, поиск там, есть адаптив. Сейчас мы делали регистрацию и авторизацию. Сайт продажи домов. Здесь у нас главная страница. Такой вот слайдер есть. А тут рекомендации, но здесь бэкэнда нету. Здесь у нас категория, здесь еще пока что ничего не работает. Здесь тоже слайдер, вот футер. Я думаю, нужно сначала выбрать именно какое направление. Не внушать себе то, что мне это нравится. Например, другой человек вам сказал, не выбирай этот путь, а выбирай другой. Лучше идти по своему как бы желанию. После окончания курса, я думаю, что еще немножко попрактикуюсь. И учитель мне, скорее всего, обещал трудоустройство в русской компании какой-то.